там начало всплывать это за Артура этого Рамсового. Он, оказывается, в Марьиной Горке служил в спецназе Музовском. Ну, там меня предупреждали раньше, что это галимый мусор. Я когда приезжал раньше в Могилев, мне говорили, не вздумай встречаться, там мусор ело. У него была там ментовки, все, он с ними служил вместе. Ну, галимый мусор ело. Поэтому кто там, он обсуждает, с кем он там вопросы. Ну, там, раз они с ним обсуждают, такие же мусора, как и он. И Кирилл этот мусорило, сейчас уже полностью выявили там, где он служил, в спецназе. Он обучен был людей ломать и все это козьей хуйне. Вот и все. Поэтому он плел там с понтом, он какой-то рамсовой, там положенец. Там галимый мусор, и все. Он положенцем мог быть только от мусоров, больше ни от кого. А все могилевские, а мы раньше знали это, просто удивляются. Ну, что якобы раньше это было шито-крыто. Там галимый мусорило, вот и все. У него там в каждой комнате видео стоит, в подъезде видео, во дворе видео, все на экран, чтобы он все видел, кто подъезжает, кого подъезжает, вдруг ударят. Вот там галимый козел. Вот такие дела. И такой же Кирюха. Галимый пидор. Ну, галимый петушок.